have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами в экзамене. Что было бы логично предположить. Опять в хабе. Я же сказал, что мы сюда будем возвращаться. Возвращаться сюда будем много. Набрались мы с вами потихонечку артефактов. Кстати, на нашем пути обратно на нас ни один голем так и не напал. Мы проходили, имея монетки у себя в кармане, и все было просто замечательно. Так. Все мне говорят, что здесь где-то в хабе существует какой-то самый мирный в мире зомбак, который не будет на меня нападать, и что, в принципе, это идеальная кандидатура для того, чтобы его захватить и носить с собой, ну, водить с собой, и он не будет агриться на нашего другалька. Короче, знаете, в чем проблема? Ну, не то чтобы проблема. Идти с напарником и использовать магию можно только одним персонажем. Только вот этим вот базовым. Потому что все остальные персонажи, они не обладают, ну, скажем, достаточным уровнем харизмы. О, там скелетик. Поэтому... Сейчас... Выбрось, пожалуйста, булаву. Нет, знаешь, не в инвентарь даже, просто выбрось. Я сейчас это делаю даже не потому, что мне там, например... А, ты его бить не хочешь, нет? Тебе нормально? Я тут дерусь вообще-то. Чувак меня кулаками мутузит. Или он теперь на него не реагирует, как будто это я. Ну он из-за того, что он кулаками дерется, он в клинч идет, и все. Да успокойся ты. Все, договорились. А, серьезно, а что ты не хотел с ним драться-то? Кстати, как себя чувствуешь? Да, I'm good. Он сейчас у нас максимально полностью закован во все, что только можно. На чуваке сейчас лучшая броня, лучшая одежда, лучше все. Минуточку. Разве... Это получается, что если... Я вселился в этого чувака, то он его больше, он на него больше не нападает. О, нож для разрезки пиццы. А, ножницы. Меч. Ну, мечи вот эти, конечно, красивые, все дела, но, блин. Просто уже ни к чему. Кстати, что у нас там по... заканчивает? Увядающий зеленый. Черт. Мне аж прям обидно сейчас использовать этот меч, получается. Потому что... Ну, блин, зелень мы могли бы использовать... Знаешь, чем мы, давай, наверное, с тобой сейчас... Ну-ка. Погоди. Произведем небольшую рокировочку. Ты у нас будешь использовать... Дай-ка сюда. Нет, нет, не это. Вот это. Спасибо. Держи. Вот этот меч. Этот я, наверное, вытащу. Так, какой у тебя краш на 3,5? Краш Бандикут. Баланс.
Знаете что, ребят, я, наверное, пока что с этой булавой похожу. У меня и синие камни есть на перезарядку побыстрее и всякое такое. Попробуем вот такой тандем. Пусть он с... Ой, блин. Сокет. Блэк. Но, видите, у него не появилось неудобства. Кристалл очернел, почернел, но это не дало ему неудобства. Давайте я пока что вот так вот. Пусть он ходит с обычным мечом, я похожу с булавой. Просто я тогда смогу шоком людей, ну типа, или не людей, останавливать, а он сможет драться обычной пушкой. Попробуем вот такой, вот таким образом, потому что пока что, мне кажется, в его руках это было не самым эффективным оружием. Я теперь даже не знаю. Плюс мне тупо жлобски сейчас тратить зеленые камушки на заточку меча. Ну, потому что мне их банально нету. У меня там осталось этих бедных полтора камушка. О, помните? Ой, вот он! Да ну не бей ты его, что... Но он меня... А, нет, это красный, погодите. Это был красный. Я в него вселился. Нет, ты не тот чувак, который этот. Давай, мочи его. Это вообще скелет, это не человек. Все, нормально. Так. Что у тебя там были? Перчатки, топор. Бесполезная фигня. Шляп. Где ты, мой друг Амиго? Хорошо. Я хотел сказать, что мы тут были, но тут нарисовался этот скелет из ниоткуда. Блин. О, пояс, нож для резки пиццы. Это туба, что ли? Кейс, ну да. Для хранения чего-то... То есть, я так понимаю, что когда я найду того чувака, который безвредный, он не будет меня атаковать. Вот это я заберу. Вот это хорошо, вот это вовремя. Спасибо. А, вот, кстати, да. Видите, у меня компас опять пропадал из-за того, что я вселился в чела. О, спасибо, это я тоже заберу. Вот эти штуки, они очень хороши. В то время как для нашего чувачка уже, в принципе, ему пофиг. Потому что он одеждой обеспечен на вырост, так скажем. То лично для меня вот эти вот штучки, они очень даже не пофиг. Так, а это случайно не то место, которое, да, тут я был. Вот тут в столе или на столе что-то лежало. Ну, исходя из того, что сейчас стол пуст, я могу понять, что, наверное, да, там что-то лежало. Так, столовые приборы... кинжал. Даже непонятно, это кинжал или столовый нож. Ну, то есть, там сказано, что это кинжал, но это вполне мог быть какой-нибудь, знаете, такой стейк... нож для стейков. Тут ничего. Ну, смотрите, да, у нас хаб не дочищен, потому что встречаются вот такие вот и скелетики, и всякая шушера. Но так-то по-хорошему мы здесь обходили уже все. Вот, и карт нашли. Единственная проблема у нас сейчас с хилкой. Относительная проблема, потому что у нас нет ни одной бутылки. В этом, в големах, там, по-моему, вообще не было ни одной бутылки. Там весь расчет на то, что найдешь эту маску. Ну, маску я нашел. Да, там, Сережа молодец. Но к чему бы... Почему бы не положить просто там еще одну бутылочку, чтобы человек порадовался, который найдет? Но нет. Похоже, я начал блудить потихонечку. Надо выходить. Я не знаю, где тот чел, который типа нормальный чел. Поэтому... Вот, мы вернулись к этому скелету. И угол на улице. Сейчас я гляну карту. Найду вообще, где мы находимся. Угол на улице. Что, блин?
Мне вообще вот так надо развернуть карту, если что. Да. Так. Где у нас круглые столики? Что? Че это такая длинная стена? Это где? Где у нас такая длинная стена была? Я не помню. Поворот с лавочками. Это вот эта часть уже, да? Выходит, что да. Вот у нас лестница, центральный вход, да. Вот это место с двумя колоннами. Сейчас мы еще зайдем тут немножко покопошимся. Тут вроде как вот это было, то, что я в первый раз и принял за театр. Хотя, может, это и был театр. Я сейчас тут похожу пару минут. И, наверное, потихонечку двинем отсюда. Я хочу просто убедиться, что тут все облазено, обыскано. Вот, например, свиточки, которые я, скорее всего, не видел, да? Это даже не свиточки, это просто что-то валяется на столе такое. Ладно. По крайней мере, одной тайной стало меньше. Мы увидели босса, более того, мы убили босса. У нас осталась тайна, которая на базаре. Во-первых, мы там практически полностью не лазили по подземелью, а во-вторых... Блин, погодите, тут же где-то актеры должны еще ходить с этими с кеглями. Ну, жонглерными кеглями. Ух, тут сундуков, фига себе. Ну, они, конечно, все бесполезные, но все же, блин, тут реквизита просто дофига. Скажи серьезно прям. Да-да-да, я с тобой согласен. Да ладно тебе. О, ну нет, ну реально, декорации, костюмерка, ну это... Так, сколько тут этих комнаток сбоку-то будет? Раз, два... Ящики. Вот сцена. Это я со сцены упал только что. Я хотел сказать, вот сцена, нет, это место для зрителей. И вот тут у нас... раздевалки. Ну, это, по сути, наверное, последнее место, которое тут осталось, где мы еще не были. Слышите? Там кто-то дверкой гремит. Блин, мы со сцены не выступили, надо вернуться. Как это в этом прохождении не выступить со сцены? Ну, это преступление просто. Люди рассчитывали. Купили билеты, пришли. Так, С3. Давай я у тебя заберу эту штуку. Ну... Вот, теперь он на него кинулся, видите? Нормально. Может, ему, кстати, двуручку дать? Мне теперь каждый удар это деньги. Ну, не то чтобы деньги, а... Опа, хороший хедшот был. Ну, ты его убил или где? Они, видите, в чем фишка? Они все начинают кидаться в рукопашку, и с ними становится тяжело бороться. Все, склеился. Нормально. Ну, скелет скелетами, конечно. О, тут третья дверь не открыта. Третьего звонка еще не было. Все по местам, быстро. Не надо так дверьми хлопать. Тут вообще-то люди пришли искусством наслаждаться. Так, кабинетик, трубка и пойло. Ну да. Штаны и вилка, еще лучшее сочетание, просто гениально.
Камушек, ложка, трубка, бутылка. This is very interesting, but stupid. Так, хорошо. Получается. Это у нас в зал, а это у нас к... А, понятно. В уборную. Как мне вернуться на сцену? Где дверь за кулисы? Вот это, да? Нет, это тоже уборная. Вы прикиньте, что серьезно, блин? О, у меня этот качнулся. Меньше фокуса будет тратиться. Теперь. А, погодите. А, нет, не погодите. Да, так я смогу 3 заклинания кастовать. Ну, типа, в теории я могу поднять 3 мертвечин или захватить 3 человек. А вот таким образом я буду быстрее восстанавливать менталочку. А вот это сказали вообще не трогать. Короче, да, у нас из вот этих скиллов вот этот вот и вот этот вот трогать в HP нельзя. А из вот этих 2 можно взять себе Тринити, тройственность. Или же Clarity. А слот у меня остался 1. Быстрое восстановление, мне кажется, не сейчас. Давайте сделаем 3-шечку. Вот это вот прокачаем, и с этой веткой у нас будет закончено. А тут потом посмотрим, что мы будем качать. Так, ладно. Вы хотите мне сказать, что я не могу... отсюда вернуться на сцену? Блин. А как-то... Ха-ха-ха, наехал, блин, хотел карту увеличить. Тут как раз карта еще зассана чем-то. Погодите. Ну, туалет и все дела. Минутку. Нет, ну я-то вокруг оббегу. Я просто хотел... сам упал и чувака завалил. Да хорош! Ну, блин, ну встань! Ну, будь человеком! А тут выхода... Тут и выхода-то как такового нету. Прикиньте. Хотя... Да, это только туалеты! Офигеть! Ай, неприятно, неприятно. Ну, то есть... Получается, что на сцену заходить исключительно с другой стороны. Отсюда вот вообще никак. Это мне сейчас нужно будет выйти. Навернуть кругаля. Не, ну тогда, блин, я что-то не уверен. Это у нас центр. По-моему, где у нас North? Вот так вот. Это у нас центр. Хорошо. Ну, бегло, бегленько. Мы так пробежали театр. Мы пробежали... Почему вот эти вот колонны у нас не обозначены никак на карте? Ну хорошо, делаем вывод, что мы здесь. Получается, если нам по улице сейчас прогуляться, не заходя никуда внутрь, мы можем пойти вот сюда. Ну, наверное, да. Сейчас. Я хочу ну, не то чтобы побыстрее, а поправильнее найти. Блин, у меня такие, знаете, в руках красные с синим. Я как полицейская машина просто. Серьезно, посмотрите на это сочетание. Оно еще мигает. Полицейские в городе. Уип-уип. Ладно.
Вы этого не видели. Кого я обманываю, конечно, это видели. Так, хорошо. Если я все правильно помню, на рынок у нас вниз. Ну, то есть тут выходы-то... Вот этот сбоку, который не прорисован, один големом наверху, вход на локацию тоже наверху, канализация у нас слева. Получается, что на рынок у нас через вот этот парк... Блин, он так топает прям за мной. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ну да, выходит, что вот вход на рынок. Блин, здравствуйте, карты рынка-то у меня тоже до сих пор не того. Погодите, а как сюда проникнуть-то? Нужно что-то где-то дернуть? Или это... Или погодите. Нет, это выход на какой-то уровень, которого еще нету. А где-то до выхода на рынок. Мы же были уже на рынке, да? Погодите, мы туда уже совались. Хм. Я тогда что-то путаю, выходит. Ладно. Ладно, раз такое кино, пойдемте пробежимся вон туда направо, как мне кажется. Через, ну, через колонны со скелетиками. Там, где мы встретили нашего друга Амигу. Только на этот раз пройдем мимо, потому что тут-то мы все уже лутали. Я не могу теперь избавиться от этой мысли, что наш персонаж полицейская машина. Ну, блин. Знаете, блин. Что-то мне это напоминает, ладно. Ну просто мне кажется, мы с вами уже по ошибке один раз заходили на рынок уже в этом прохождении. И он должен быть где-то, ну, то ли открыт, то ли что-то такое. Так, это случайно. Так, тут чья-то лавка. Ну, мы ее лутали, это я помню. Просто хочу напомнить себе, глянуть. Что это такое? Да, тут мы были. А, погодите, а рынок это случайно... Ну-ка. Не вот это место, где мы в маленькой комнатке сбоку открывали дверь. Вот эта вот механическая дверь. Нет, 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 точно. Это уровень, которого еще нету. Да, дверь мы открыли механическую, но... Ого! Нас прям... Изгонять мертвых. Но это не... Ну, сказано, что unavailable, нельзя. Ну, типа, недоступно еще. Прикиньте, это было бы прикольно. Ты такой видишь зомбачка и такой хопа, и он падает. Это была прямо тема. Массовый страх. Ну, мне дали это прокачать, но говорят, что пользоваться нельзя. Получается. Получается, что мы прокачали все древо магии. Ну, то есть другие вещи, которые unavailable, мне тоже не дают качнуть. Здесь ничего нового не появилось. Да? Вот это интересно. Хорошо, ребят. Так. Теперь. Смех смехом. Впустите меня на рынок. Так, ну он поднялся. Если ты упал, поднимись. Ну, здесь просто какое-то... Ау. Это я через синего чувака сейчас спотыкнулся? Да. Ай, блин, гадости кусок. Я что-то где-то как бы туплю сейчас? Или что происходит? Минечку, у него, по-моему...
синий кристалл перестал действовать, он начал падать. Ну, то есть, вот сюда, это к големам. Мы только что отсюда вернулись. Это не может быть то, что нужно. Да, это големы. Ну, то есть, аривидерчи. Нам все. Мы же недалеко. Отсюда реально недалеко бежать оттуда. Ну, не так уж и долго. А где у нас там? Погодите, тут проход в центральную зону есть или нету? Если мы пойдем сюда. И раз уж на... Да иди уже. Раз уж на то пошло, чем мне лучше чуваку-то мочить... вот этой шокирующей фигней или режущим мечом? Так, это у нас полукруглое помещение с выходом сюда. Угу. Знаешь что? Стой. Покажи-ка эквип. Да. У него неуклюжесть кикнула. Опа. Меняем батареечку. Синих у нас вроде как хватает. Так что поехали. Он стал просто вот вообще... отбитым на всю голову. Ай, блин, зачем я это закрыл? Так. Полукруглая комнатка. Просто наступил, сломил, сломал 10 костей чуваку. Это центр? Да, это центр. То есть мы сейчас можем пойти вот сюда. И вот сюда. И вернуться к Чубаке. Ай, блин. Ты серьезно? Это сработало. Я не знаю, что ты тут делал, чел, но, в общем, ты здесь очень не вовремя оказался. И вот, ну, вот так вот получилось. Такова была твоя судьба. Серьезно, откуда вы тут все понабежали-то? Я его застопорил. Куда? Стой! Ударил. Ой, извини. Вот как раз и батарейка закончилась, тоже можно будет поменять, потому что тут уже последние удары были. Так, где у нас там? Вот эту большую я, наверное, пока что приберегу. Где у нас там россыпь синих батареек? Опа! Отлично. Что-то два чувака нас тут поджидали. Что вообще? Как... Они просто мигрировали, спасаясь от нас, что ли? Или как это все произошло? Так, ладно. Черт. Все равно страшно. У нас там батареечка еще осталась? Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть совсем. Давайте я возьму режущий. Я об этом пожалею. А, вот он. Он там же в дверях и застыл. Так, отдай. Нам по-быстренькому его еще надо ушатать.
Да. Да ударь ты его уже. Серьезно, проще было бы его захватить и стоять ждать, пока его грохнут. Ну хорошо. Не надо было так в области моего паха там закругляться, так что... Ладно. Где ты? Блин, вот этот уровень, по-моему, лагает больше всего. Может, в том числе и из-за Чубаки? Ну, прям страшно. Ну, не то чтобы страшно тут находиться, а лагает страшно. Кстати, закрытые двери говорят о том, что я тут не был. Но пустые столы говорят об обратном. Ну, ладно. Посмотрим, что у нас тут. Ничего вроде такого нету. Блин, это мне сейчас по всему уровню искать. А когда найду, еще не факт, что победим. Хотя, я надеюсь, что оно же не отрегенилось там... До своей прежней хпшки. Куда ты могло деться, а? Чудовище. Проблема вот в чем. Получается, теперь я могу с собой три мертвяка таскать. Но учитывая, что они все будут не ладить с моим напарником, это мне нужно делать выбор. Или... Я тут был... Или таскать три мертвяка и ходить без напарника. Либо же ходить вот с напарником-танком, который может решить очень многие проблемы. Особенно если его попросить. Я же это все лутал уже. Я вообще сюда не за лутом пришел. Ай, блин. Наверное, я надеюсь просто еще одну баночку найти. Говно, ты где? Так, это самое начало уровня, если еще. Я в этом уровне вот более-менее чуточку вроде как ориентируюсь. Чуть-чуть, капелюшечку. Вот, это у нас вон туда к големам. Или даже к големам. Но туда я не пойду. Потому что мы только оттуда. У меня где-то даже была карта. Сейчас. Карта... третьего уровня. Нет, это големы. Нет. Нет. Погодите, у меня нет карты? Сейчас, наверное, пойду по-быренькому скачаю. Если мы сейчас быстро не найдем эту зверюгу, то я пойду по-быстренькому качну карту этого уровня. И, ну, чтобы сильно долго тут не плутать. Блин, вот его топот реально иногда... Ну, громкий топот такой иногда реально кажется, что... Слышите такие тук-тук-тук? Ну, где ты? О, смотрите, зато таким образом мы можем на рынок попасть. Ну, то есть, реально, чтобы в хабе не искать... Может, реально туда пойдем? Мне просто влом сейчас долго бегать и искать. Я думал, он тут где-то на входе будет. Его как-то нету. Ладно, мы сюда полюбасу еще вернемся. Если не сдохнем там, на рынке. На что я очень сильно надеюсь. Ну, то есть, сдохнуть мы сейчас можем фактически только от какого-то страшного смертельного падения. И все.
Пойдемте, все, к черту. Сейчас меня уже никаким фаршем не напугаешь. Диаблы? С Диаблой, да, с Диаблой могут быть проблемы. Да, у нас тут скамеечка для посиделочек. С чем я хочу ходить? С мечом? Ну, против фарша меч хорош. Он еще заточился, хорошо. А, найти бы зеленую батареечку. О, открывается. Так, насчет магии, ребят, поправьте меня. По-моему, я больше ничего качнуть не могу. И вот эта штука, тут сказано Banish Dead, но сказано, что unavailable. И я бы, честно, не рискнул бы ее использовать. Ну, то есть, почему-то разрабы сделали, что это можно качнуть. И игра тебе разрешает это качнуть, но при этом сказано, что недоступно. Немножко непонятен такой ход мыслей. Ну да ладно. Where is everyone? Что-то мне казалось, что тут раньше их парочка ходила, этих фаршей. Ну, типа, один побольше, один поменьше. Ох уж это невозможность зайти на более-менее высокую поверхность. Чуть-чуть ногу там поднять, не? Так, в общем-то, здесь у нас вероятность падения просто огромная. Тут есть куча провалов, куда можно просто улететь в тартарары и никогда больше оттуда не вернуться. На этом, собственно, прохождение, скорее всего, и закончится. Таким образом, оно закончилось в прошлый раз, но не от случайного падения, а от преднамеренного. Вот, например, смотрите. Нет, хорошо, падение было не преднамеренное, а, скажем так, я хотел куда-то попасть. Офигеть, сейчас просто с места не мог сойти. Я хотел куда-то попасть, но это куда-то у меня не получилось, и я улетел. Короче, кому интересно, смотрите финал первого прохождения. Серия выделена именно как финал первого прохождения, вы ее не пропустите. Хотя вот, чтобы совсем в предмете шарить, советую вам полностью посмотреть первое прохождение. А, там было много фана. И был корзиноголовый. Вот, в этом прохождении у нас герой очень долго искал себя, но в конце концов он нашел себя как служитель закона и стал полицейским. О, фарш. Может попал... Я хотел сказать, может попасть по нему было бы неплохо, но нормально. Парочка хедшотов. И... Знаете что? А вот эту штуку я могу поднять? Нет? Могу? У меня типа манна на него ушла, но начала восстанавливаться обратно. А, он типа делает попытку... Ай, чтоб тебя. Он делает попытку, у него не получается, да? Потому манна уходит. До свидания. Ясно. С этими чувачками все... Знаете, вот эта штука очень сильно могла бы быть похожа на загадку. Ну хорошо. Что у нас тут за местечко вообще? Зачем я здесь? Просто корзины, тёлочки-метёлочки, все дела. Не, мне это не надо. Кастрюлька, свежий борщик. Черт. Ну, кастрюля, крышка не открывается. Ну, так нельзя. Нельзя обнадежить человека, сказать ему, вот кастрюля, потом сказать, ага, только она не открывается, и все.
Ладно, по крайней мере, с местными фаршами у нас проблем не возникает. Посмотрим, что будет твориться с местными диаблами. Че, застрял? Влип, очкарик. Так. И, кстати, сколько здесь диабл? 3, 4? Черт. Мне кажется, что вот этот вход, он более правильный, что ли, чем тот, который из хаба. Пойдемте в подземелье. Черт, походить по-нормальному по этому подземелью. А в этот раз... Так, это выход, да? О, погодите, на нас уже наезжают. Фарш. Все, ладно. В подземелье их будет много. Как и в прошлом, собственно, подземелье. Так что с этим никаких проблем, по идее, не должно быть. Особенно... Ой, тут тоже есть лампочки. Особенно какими мы были в прошлом подземелье и какими мы пришли в это подземелье. Ну, вот так проблемы решаются примерно. Да ладно тебе! Пипку-то подними. Спасибо. Единственное, что я, наверное... Блин, мне очень жалко тратить вот этот меч на фаршей. Дай-ка я посмотрю твой эквип. Дай мне меч обычный. Вот этот вот. Но у него хороший слэш, да, мне будет нормально. А вот этот самозатачивающийся, у нас из серьезных врагов остались только диаблы, наверное. Если я правильно понял, то здесь диаблов быть не должно. Хотя, опять же, я эту канализацию практически не знаю. Я ее видел с двух сторон буквально по паре минут, и все. И потом мы отсюда сбежали, потому что я хотел сначала доисследовать рынок. Поздравляю, чувак, ты тоже упал. Какой нафиг скелет? А, ты разобрался? Все хорошо. То есть меня они потихонечку выбивают, но они выбивают именно желтый урон, который восстанавливается, который все хорошо. Тебя в принципе сейчас никто не должен трогать. Ты должен получать красный урон исключительно, если тебя вырубят. Поэтому с этим, я думаю, что тоже не будет никаких проблем. Блин, если бы я вот эту броньку нашел бы... Так... Ой, чтоб тебя... Их еще два. Он сам на меч нарвался, кстати. Минус фарш. Да успокойся ты! Все? Они такие потом еще бачком и такие отлетают. Вот это прикольно. Я уже усвоил эту анимацию, что когда они начинают бачком вот так идти, их уже не надо трогать. Ну, их много, да, но они бесполезные в большинстве своем. Я думаю, если их штук 6-7 наедет сразу, ну вот, да, это может быть проблема. А вот так вот на 2, на 3... Чувак даже со скелетом разобрался довольно неплохо. Так, бутылки! А, круто, блин. Мы нашли тайник бухаря какого-то. Вообще суперски. Кстати, знаете, в чем прикол? Я был бы не против видеть ветку медицины. Ну, то есть, учитывая, как здесь с ХПшкой, все дела. Если есть ветка воскрешения, некромантии и всякое такое, почему бы не сделать ветку медицины?
То есть там какое-нибудь умение, чтобы у тебя быстрее восстанавливалась ХПшка. А это важно. Довольно часто это важно. Там какое-нибудь умение похилить себя. Пусть оно будет очень дорогое, очень позднее, я не спорю, да. Погодите, мы Кругаля навернули. Понял. Я как раз интересовался, что в другой стороне. А в другой стороне, кстати, вот еще одна лампочка. Все, что мы видим, надо зажигать, чтобы мы понимали, где мы находимся. Ой, какое интересное место. Так, лавочки. Лавочки, блин, мой злейший враг. Там ничего нету. В прошлый раз, когда я такую штуку видел, туда можно было пройти. Ладно. Пойдем дальше. У меня огромнейшие сомнения насчет того, как я потом отсюда буду выбираться, потому что я вот эту карту вот вообще не знаю ни капельки. Это вот каким-то методом научного тыка. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Все в говне. А чё, в эту трубу можно зайти, серьезно? Нет. Что я тут делаю тогда? То есть зачем тут это ответвление? Ладно. В другую сторону, может, можно сходить. А, да, тут сюда что-то идет, погодите. Не забываем, наркоманим по лампочкам. Опция. Вот эти вот рычажки. Я оставил примерно половину своих нервных клеток на том моменте, где нужно было дергать рычажки на испытании на первом этаже. Поэтому сейчас я уже просто, знаете, как такой человек, который смирился с тем, что с ним будет происходить, и уже просто так тычу. Типа, ну да, ну рычажки, ну плохо нажимаются. Пофиг, пофиг. Что? Знаете, чем мне теперь стало интересно? Есть ли тут какой-нибудь артефакт? То есть в прошлой подземке был артефакт? А вдруг тут тоже какой-то есть? Это же не может быть просто уровень фарм. Ну, то есть, зачем нам фарм, ну, 5 минут, 5, 10, 5-го. Коробка и в ней плита. Надгробная, что ли? Спасибо. Прикиньте, тут есть какой-то секретик, я об этом не знаю. Хотя, насколько мне известно... Я не претендую на то, что мои знания абсолютны, но, насколько мне известно, секретик здесь... Секрета здесь два. Вот, один со шлемофоном, а второй с тайной комнатой, в которой непонятно, что можно сделать. Видел я, кстати, этот видосик, в котором кто-то пытался воскресить напарника через вон ту штуку, которая в тайной комнате в хабе. Но вроде как оно не для этого. Кто знает, для чего оно. Игра-то не доделана. И это может быть чем угодно и когда угодно. То есть, вот сейчас она не работает. Возьмут, сделают апдейт и такие скажут, а, все, теперь работает. Ну, теперь нормально, все, можете пользоваться. Так же, вот, например, как манна. Вот она была, 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 никому не нужно было. Потом, опа, а вот мы тут магию добавили. Пожалуйста, ребятки, юзайте. Черт, две двери. Одна открытая, одна полуоткрытая. Ну, пойдемте сюда. Просто посмотрим, что здесь. Это комнатка? Не ко... Нет, это какой-то проход. Тогда погодите, может быть, там комнатка. Просто, если комнатка, мне проще ее сразу обыскать и забыть. А если это проход, то это немножечко усложняет дело. Давайте глянем, что здесь. Я этот сундук смотрел? Это тупой вопрос, конечно. Да, смотрел. Hmm.
Это не про ход, это об ход. Это получается, можно вот отсюда пройти туда. Вот для чего это. Я не знаю, зачем тут два. Ну хорошо, допустим, это какие-то архитектурные изыски. Когда это все функционировало, это было нужно. Просто сейчас это бесполезно. А что вот это за место? Вызывает интерес. Вот какой еще розрез. Как у вас там сеют брюкву? Скажу рою, а ли без? Это развилка. Я не скажу, что я обрадовался развилке. Это случайно не выход? Это выход. Ясно, это... Да, круглая завитушка. Это у нас ближе... О, привет, фарш. Так торопился нам на встречу, что аж упал бедненький. Да прекрати. Ты его ударить не хочешь там, например? Чувак, это сильный фарш. Ну его нафиг. Он же не может тут с нами телепортироваться, нет. Ну подожди, там. Спасибо, что помог мне, чувак. Просто огромнейшая тебе благодарность. Стоял и смотрел, пока меня избивают. Гляньте, они в принципе не способны нанести мне красный удар. Красный урон. Это хорошо. Это просто радует неимоверно. Погодите. Я сейчас восстановлюсь, вернемся. Кстати, уж не знаю, связано, не связано. Возможно, вы мне это говорили уже раньше. Вне боевой стойки жизнь восстанавливается гораздо быстрее. Или, возможно, когда меня долго не трогают. Ну, вот сейчас они восстановились очень быстро. Тить нельзя. Ты-то не можешь на тот уровень пойти? Я боюсь своего ударить. Нет! Идем обратно. Если фарш делает из нас фарш. Наконец-то. Это что-то какой-то проклятый фарш был. Как у тебя дела? I'm good. Ну да, не, ну, его не пробьют этим, но все равно. Это было просто... Знаете, есть такое хорошее, правильное английское слово ridiculous. Вот это то, что сейчас произошло. Офигеть. Я, кстати, с обычной саблей хожу, да, хорошо. Я говорил, что я не хочу тратиться на этих уродов, и... Я не хочу тратиться на этих уродов. Ой. Мне скорости не хватает. Оп-оп-оп, второй подошел. Да убей ты его. Все? Все, минус. Скелет с молотками. Ты фарша отоварил? Да ёлки! Так, С2. Я не могу в них переехать, да? А, по ним остался последний тычок. Блин, прикиньте, он мне сумел чуточку красного урона нанести вот этим ударом по голове. Так, у тебя все нормально?
Да, у него-то все нормально. Мне самую-самую капелюшечку красного урона подкинули, но, в принципе, я переживу. А вопрос вот такой. У меня... А, я камушек вытаскивал. Хорошо. Где он там был? Нет, не ты. Вот ты. И вот сюда. Он закончился? Я допил последний из этого камня. Жаль. Все, вытащи. Чуть-чуть подлечимся. Не знаю, ну, приятно ходить на фулке. Так, ладно. Камушек допили. У нас осталась половинка зеленого камушка. Вообще отвратительно. Ни одной хилки больше нет, что тоже отвратительно. Блин, а как мы дальше-то жить-то будем? Дайте зеленых камушков, а? Не будьте жлобами. Подайте на пропитание. Ай, говнолопата, спасибо. Спасибо вам за говнолопату. Сундук прям такой, да, все красивенько сделали. И у тебя, кстати, стой. По... А, у тебя синий камушек тоже уже уехал, да? Синих пока у меня много. Я экономить на этом особо не буду. Знаешь, что, наверное, давай даже сделаем? Я тебе... Large blue glow. То есть большой синий камушек. Я могу его сюда зафигарить? Нет, большой не могу. Большой для чего-то большего, наверное. На тебе, чтобы ты поудобнее передвигался. Пока это не критично, я буду тратить. Если у нас начнется дефицит... Тогда посмотрим. Пока что я не вижу в этом проблемы. Единственное, что я сейчас думаю, что надо было, наверное, больше големов нафигарить, чтобы у меня было больше синих камушков. Но я так довольно много их убил, поэтому... Ладно, не будем полностью жадничать вот настолько. Но можно тут пройти. Чертовы лабиринты. Интересно, ну, должна же где-то существовать карта этого места. Я был бы очень даже не против ее найти. Тут, кстати, довольно большая территория, блин, встань. Грибы чертовы. Мы сейчас, наверное, закольцуем немножечко вот этот отрезок. Я вижу там лампочку, на этой стене нигде нету. Нету. Хорошо. Давайте вот это глянем. Потом вернемся туда. О, камушек улучшения. Камушек улучшения я заберу. Спасибо. Это вот никогда неплохо. Больше ничего нет. Это чисто такой лутовый уголочек. Миночка, у него на спине камень гаснет, когда он опустошается. Может быть, вот так вот, такую индикацию смотреть, а не каждый раз у него проверять. Надо будет обратить на это внимание. В следующий раз, когда у него камень опустошится, то есть просто посмотреть на его спину. Черт, тут ничего нет. Печальку. Та-та-та-та-та-та-та. Фишка в том, что я даже не знаю, насколько большая эта канализация и на что ориентироваться. То есть про ту канализацию я знаю, потому что я проходил ее полностью. А что творится здесь, я без понятия. Поэтому будем блуждать в темноте. Наверное, следующую серию я... Ну, я думаю, что до конца... Ой, блин, гузло какое-то. А, тут тоже есть гузло, да? Ты огня не боишься, гузло?
Интересное место. Анальные приключения рыцарей. Внесены в анналы истории. Ну, в смысле, я к тому, что они будут записаны и восхвалены. Вот я к чему. А то, что вы подумали, это вот ваши испорченные мозги. Я тут ни при чем. Так. Тут канкана не будет у нас? Ой, тут фарш будет. Ой, и пасть. Вот пасть мне не очень хочется. Хотя... Черт, их много! Так, один уехал, хорошо. Я второго... Я их занял, хедшотнул чувака, но, блин. Пасть уехала. Да. А, все! Ну, тогда неплохо. Не надо заниматься там всякими поступательными телодвижениями, находясь в мертвой форме. Прикол. Наш чувачок с ними довольно быстро разобрался. Ну, то есть, видите, все мои инвестиции в него окупаются довольно удачно. То, что я ему даю хорошую броню, я ему даю хорошее оружие, прям идет неплохо. Сейчас посмотрим, что это за сарай. Зачем ты за собой дверь закрыл? О, это еще один выход. Ай, блин, тут нифига нет. Давайте лампочку зажжем. Посмотрим, куда... Да, блин, подойди ж ты поближе же. Посмотрим, куда этот выход. То есть из этой канализации реально дофига выходов. Это уже третий. Потому что мы зашли... Тут небольшой фарш, тут обычный фарш. Да пустишь ты меня. Да успокойся! Где мои хедшоты? О, хорошо. Вот так. Вот так. Место, тузик. А прикиньте, через канализацию можно добраться до того места, куда я хотел изначально. Вот, кстати, это вот место с лавочкой, которое меня бесит. Это же у нас... Да, это самое начало уровня. Это как раз то место, куда можно пройти. Вот эта дыра в стене. Мы сейчас в самом начале уровня. Вот это место, куда я пошел и откуда я свалился потом к чертям и сдох. Окей. Нам по предпочтительно... Фух. Я аж вот что-то вот это вот место увидел, аж разволновался. А сфига ли мы эту дверь закрытой-то оставили? Куда мы там шли? Сюда вроде. А, тут даже не тупик. Знаете что, ребятушки? Давайте тогда вот на вот этой вот лампочке мы с вами и остановимся. Продолжим в следующей серии, потому что у нас хронометраж затягивается и... Как-никак приходится заканчивать. Хотя мне очень интересно пойти дальше. Будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда.